Сразу 6 так называемых гуманитарных конвоев, включая 2 железнодорожных эшелона, зашло с территории России в оккупированной части Луганской и Донецкой областей. В социальных сетях люди предполагают, что таким образом боевики пополняют запасы топлива, техники и боеприпасов. Но к чему, собственно, готовятся террористы и чем их снабжает Россия, мы решили уточнить у координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. И вот его версия происходящего. Внимание! Идентифицировать, что находится в конвоях, у нас возможности нет, поскольку перевозки производятся на крытых грузовиках. Но мы в данный момент наблюдаем активное накопление материально-технических ресурсов террористами. Мы констатируем то, что создаются ударные группировки. Аналогичная ситуация была в конце прошлого года. Были созданы ударные группировки. Пару недель после того, как закончилось их формирование, началось широкомасштабное наступление в зоне АТО. То есть, если создается ударный инструмент, то понятно, что он нужен именно для наступления. В то же время мы не исключаем, что планы Кремля поменяются, и что наступления не будет. Но мы должны готовиться к лучшему варианту. Я помню, в свое время хорошо подсчитывал Юрий Бирюков у себя на странице в Фейсбуке, советник президента, который писал о том, что, собственно, одними гуманитарными конвоями поставки вооружения террористам на Донбассе не ограничиваются, потому что суммарная удельная грузоподъемность конвоя, ее хватает, на 5-6 дней боев. Патроны и снаряд для градов, их можно поставлять только в необходимом объеме, только при помощи железнодорожных составов.